Николь Бронникова, еще одна победительница нашего первенства. Для начала поздравляем, конечно же. Ну, как-то неожиданно. Ну, не думала о том, что получится выиграть. Сначала как-то немного растеряна была, потом собралась и все, выиграла нормально. Вы давно вместе уже тренируетесь, работаете? Нет, Николь приехала недавно, приехала к нам учиться, тренироваться из Донецкой Народной Республики. Вот, это с декабря месяца, да. И сейчас, получается, у нас есть договор о сотрудничестве, поэтому с ребятами сотрудничаем. Вот, также сотрудничаем с научной лабораторией имени Силуянова. Вот, то есть стараемся двигаться по науке. Очень сильно добавилось сейчас за 3 месяца. Но, конечно, то, что она выиграла, мы не ожидали. Результат ожидаемый был, да, мы на него шли. Просто девочки там, вот, допустим, была девочка с Кирова, то есть, ну, она побольше поднимала. Там, не знаю, может, там переболела, маленькие. Ну, то есть она подняла поменьше в этот раз. Потом Козырева, девочка сильная с Осетии. Вот, мы думали, честно говоря, что, ну, нам вот, ну, за 3-е место, ну, то есть адекватно. Потому что, конечно, у нас мы планируем очень большой путь проходить, хотим, чтобы, ну, поднимать очень много. Но на данную секунду, как бы, для нас такой своеобразный подарок получился, что при такой сумме мы выиграли. Вот, ну, дальше мы будем стараться не проигрывать, конечно. Но это спорт, иногда бывает, что ты в борьбе, кто-то ожидает и проигрывает. Страхован, то есть можно там заболеть, либо ну, еще какие-то причины, ну мало ли. Я знаю, сборная России была сейчас на карантине, то есть там у них были заболевшие. Там некоторые девочки по 1 неделе сидели, не выходили. Это тоже все наверняка сказалось. Вот, но для нас все хорошо. Ну, тем не менее, теперь какие-то планы для подготовки на будущее намечены уже, да? Вот, да, со старшим тренером Игорем Олеговичем Лаврухиным поговорили, все, да, быстро все там обсудили. Я думаю, что, дай бог, все сложится хорошо, можем отобраться там, на Европу, например, то есть там как пойдет. Как бы для мира результат, конечно, слабоватый пока, но посмотрим. То есть сейчас главное, нужно нам пробивать дальше результат, вот, и там уже смотреть, как пойдет. Я у всех спрашиваю, немножко рассказываю о спортсменках, о спортсменах, чтобы зрители наши больше узнавали. Сколько было лет, когда заинтересовалась тяжелой атлетикой, что это был за момент такой в жизни? Ну, было 9. Просто проходила мимо зала, решила зайти. Завлекло, осталось. И все. Это был зал где-то рядом с домом? Да, дома. Именно тяжелоатлетический или просто тренажерный зал какой-то? Нет, именно тяжелоатлетический. А что может заинтересовать девушку, проходящую мимо, и зайти в тяжелоатлетический зал? Да просто интересно стало, как они поднимают. Как это все происходит. Потом попробовала, понравилось. Все. С кем там, кто там был из тренеров, с кем с первым познакомилась? Ну вот, тренер мой первый, Семенов Александр. С ним познакомилась, вот и продолжили путь дальше. Ну и так вы продолжаете вместе тренироваться, да? Да, конечно, да, безусловно. Ну что ж, мы хотим пожелать вам успехов в дальнейшем. Вот, если кто-то сейчас смотрит нашу трансляцию, за вас болеет, вы можете передать привет. Иловайска, привет. Донецкой Народной Республике, Санкт-Петербургу. Спасибо всем, кто болел, переживал. Вот, всем спасибо.